Меня зовут Вера, я заместитель директора компании «Литвин Туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Так, заходим рядышком, у нас отель «Элисио». Сам покажу немножко, проходимся мы по территории. Вот наш отель «Монако» прямо тут. По территории, ну вот здесь большой, огромный просто паркинг, но вот смотрите, рядом есть небольшое строительство. Right. Уже есть отдыхающие. Территория примерно такая же, как у предыдущего варианта. И концепция схожа. Здесь завтрак, обед и ужин можно брать по системе питания «Шведский стол». Здесь два корпуса. Первый и второй, один постарше. Есть блоки мест в реновированном корпусе. В конце июня пятиэтажный корпус новый будет уже сдаваться, уже будет работать для туристов. Пляж собственный, пляжные полотенца не предоставляются, но зонтики и лежаки бесплатно. Практически во всех отелях, везде, в ресторанах по всей Албании есть Wi-Fi, если он есть, везде Wi-Fi бесплатно. Полотенца в номерах, пляжные полотенца не выдаются. Практически везде не выдаются, только будут некоторые отели говорить, и выдаются пляж. Ну еще смотрите, детские небольшие горочки на пляже, качельки, вот, чтобы детям было чем заняться. Ну, пляжная полоса тут еще шире. Очень здорово, много зонтиков, лежаков. Ресепшн. Это кусочек бункера, самая большая достопримечательность Албании. Вот его оставили. Ребята, очень плохо снялся для вас номерной фонд. Номера небольшие, но очень симпатичные, очень качественные. У нас в номерах и кондиционер, есть холодильник с плоским экраном, ванная, все душевые принадлежности. Ванна причем закрытая, то есть именно душ-кабина. Очень здорово, круто. Смена постельного белья у нас производится один раз в 3 дня. У нас есть категория номеров стандарт и сьют. Стандарты, еще раз повторюсь, совсем небольшие, хотя заявлено 30 квадратов, мне показалось, что на самом деле меньше. Но очень чистенько, очень аккуратно, и еще раз повторюсь, здесь будет 2 корпуса. У нас блоки мест с реновированными номерами. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока!